Здравствуйте, я Сергей Кизоркин, и значит, вы смотрите самарские новости спорта. Во дворе Дома 99 по Победе с физкультурой не дружат. Здесь физкультурой занимаются от мала до велика. В семье Сиплавиных 6 дочерей, и у всех свое спортивное увлечение. Плавание, танцы, йога. Девочки придерживаются олимпийского девиза, рассказывает мама. Главное не победа, главное участие. Это обязательно должно присутствовать в жизни каждого человека, и чем больше, тем лучше. Для здоровья, для самооценки. В преддверии Всероссийского дня физкультурника, который по традиции пройдет во вторую субботу августа в микрорайоне Надежда-6, праздник отметили заранее в узком кругу по-соседски. Собрали две подростковые дворовые команды и устроили футбольный матч. В гости главным болельщикам и экспертам пригласили защитника «Крыльев Советов». Сергей Божин не только оценил качество игры, но и поделился своим секретом успеха в большом спорте. Также начинал, скажем так, свою карьеру во дворе, как все мальчики, которые пришли сегодня на мероприятие. Любил футбол, занимался им. Секрет мастерства – это тяжелый труд, в первую очередь. Это без этого никуда. Поэтому, как говорят в профессиональном спорте, 10% таланта, 90% работы. Вообще, в принципе, заниматься спортом, даже не профессиональным, это уже большой плюс. Лозунг древних римлян «В здоровом теле здоровый дух» стал актуален в нашей стране еще в конце 30-х годов века прошлого, когда впервые прошел День физкультурника. Тогда же появились нормы ГТО «Готов к труду и обороне». На Победе 99 местная детвора легко сдает зачет по физподготовке. Где тренироваться, есть места. 13 спортплощадок только в микрорайоне «Надежда-6». Футбол это и не обсуждается. У нас теннис еще очень любит играть. Такой, в общем-то, по большому счету, пинг-понг дворовой. Значит, играют ребятишки и взрослые, волейбол. Зимой, безусловно, это лыжные гонки, велосипедный спорт. То есть ребятишки занимаются. Спортивный праздник, как и положено, закончился вручением подарков и призов. Активисты физкультурного движения получили почетные грамоты, участники соревнований – заслуженные медали. Это были новости спорта от Сергея Кизоркина. Занимайтесь физкультурой и будьте здоровы!